Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Сталкиваясь с этими людьми, родившимися под знаком Нептуна, можно долго ошибаться на их счет. Они могут быть внешне очень спокойны, часто производят впечатление робких и нерешительных людей. Но это первоначальное впечатление, как правило, обманчиво и означает только одно. Еще не пришли в действие силы, которые заставят забурлить и понестись вперед, сметая все на своем пути. Из них получаются хорошие бизнесмены и журналисты. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Удачно складывается судьба тех из них, кто в детстве увлекался книгами о мореплавателях, путешествиях и открывателях далеких земель. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Буква «Э» в имени делает людей темпераментными, энергичными, сексуальными. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Бывает, что окружающие не понимают их и нередко упрекают в гордыне, надменности и черствости. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.